Когда мы на это смотрим, что вы думаете? Что это дыра? Нет, это Магнитогорск. И другой вопрос. Как здесь жить-то? Вот самое интересное, сколько лет вы здесь живете? 40 лет живем уже. И ничего не получается, да? Ничего не получается. Я так понимаю, это ветхоаварийное жилье, правильно? Да. А вы бы хотели переехать в нормальное жилье? Конечно. Что же здесь это? Ничего даже абсолютно. Но есть возможность переехать. Возникает вопрос. Государство ломает разруху. И почему человеку не дать возможность выбрать самому? Мы можем людям предложить примерно такое же, только качественное и выше, и по сути должно быть другим. Потому что, ну, понятно, что это уже ничто это, по сути. Мы можем это предложить. А по какой цене примерно? Чтобы люди там не бесились, понимаете? Тоже хотят переехать, и чтобы ипотека была небольшая. Потому что здесь часто живут, ну, такие, ну, либо маленькие люди, да, у которых денег-то не очень-то им большое количество. У нас есть земля под это дело. Если государство нам дает добро, мы будем строить дома для государства, то есть для людей. По 700 тысяч за дом, под ключ. Мы ехали по улицам и не понимали результата. Ну вот, допустим, есть деньги на переселение. Зачем их выдавать строителю, который возводит дома то, когда человек может сам построить дом с правильными играми для детей в том числе? То, что находится за вашей спиной. По сути, мы не должны этим заниматься. То есть этим игрушкам уже 100 лет в обед. То есть сейчас нужны же другие вещи, правильно? Да, Алексей, я с вами согласен. Дети – наше будущее, и мы должны в них вкладывать. Наша компания вложится, и будет все по-другому. Теперь и у вас вопрос, и у вопроса есть решение. Как построить дешево? Да вот так. Быстро и аккуратно возводим собственный дом. Собственный дом по цене квартиры. И не пугайтесь, такое возможно. Я уже не первый год вам объясняю. То, что есть замечательное строительство, есть грамотные места, и по сути наш город с его чудной объездной дорогой, и это принцип Америки. Вы можете жить в своем доме с доступом до работы, ну, максимум 30 минут. Что находится за вашей спиной? Два объекта из суперовских объектов. Сколько все это примерно стоит? Ну, вот слева получается, это наша технология, единственная в России, это ЛСТК. Легкие стальные конструкции, то есть быстро возводимые дома. Это бюджет, так скажем. Сколько? Ну, просто бюджет. 11 тысяч квадратный метр за коробку. С фундаментом, со сборкой, с окнами, с дверями, полностью под ключ к коробке. Хорошо. И газобетон. Автоклавное утверждение. Этот материал будет в итоге чуть подороже. То есть стоимость его ориентировочно порядка 15 тысяч квадратный метр, в 16 обходится. То есть мы готовы людям предложить дома, по сути, из самой дешевой ценовой категории. Потому что, понятное дело, вы можете построить дом. Дальше человек заходит и уже начинает сам внутри все делать. Правильно? Правильно. Наши дома, они имеют отличительный характер. Это свободная планировка. Твори, твори и еще раз твори.